16-18 марта из-за работ по усилению контактной сети на участке Зеленоград-Крюково-Ленинградский вокзал, а также из-за строительства путепроводной развязки на станции Ховрино и городских объектов изменится расписание движения пригородных поездов на ленинградском направлении. Изменения коснутся и транспортного сообщения с Тверской областью. В частности, электрички из Твери и Конаково будут следовать только до Зеленограда-Крюково с увеличенным интервалом до 50 минут. В остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут. Часть поездов будет отменена. Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании.